за упражнение с булавами. А жеребьевка... Финал в упражнении с лентой получилось такой забавный. Сначала у нас разогрев. Митева, Ривкин, вот сейчас француженка, Дельфин Ледо. А потом бабах! Дуэль двух российских гимнасток. Вы предвкушаете? Я да. Каждым новым выступлением гимнасток в этом финале понимаешь, что действительно турнир выдался непростым. Как минимум один раз ловля у